ноябрь. Горбатый старичок, глаза как льдинки, нос крючок, взгляд недовольный и колючий, холодный месяц в небе тучи. Так отзывается об 11 месяце одна из современных поэтесс. А каким будет ноябрь в пятницу свой третий день, с точки зрения метеорологов, узнаем прямо сейчас. В студии для вас работает Николай Диденко. Здравствуйте. В ближайшие сутки дождевые тучи все еще не покинут пределы Украины. Лишь местами жителей страны порадуют кратковременные прояснения на небосводе. А вот средняя дневная температура воздуха по стране немного повысится. Ожидается до 11 градусов тепла. А теперь давайте рассмотрим синоптическую ситуацию в регионах более детально. В центральной Украине суточные температурные показатели составят от 7 до 11 градусов тепла. Тучи, что нависнут над регионом еще в ночные часы, не покинут его до завершения дня. Также на протяжении целых суток здесь прогнозируется дождь. На юге страны термометры в течение суток покажут от 7 до 14 градусов со знаком «плюс». В первой половине дня в регионе будет наблюдаться переменная облачность. После полудня небосвод покроется густыми облаками, что приведет к дождю вечером в Одессе, а после заката в Херсоне и Симферополе. 3 ноября свои именины празднуют Иван, Александр, Владимир, Алексей, Николай, Василий, Анатолий, Константин и Богдан. Надежных вам ангелов-хранителей, дорогие именинники, успехов и великих свершений! В Западной Украине температура воздуха в течение суток будет колебаться в пределах 7-10 градусов выше нуля. Небольшие прояснения появятся в обеденные часы в Ровно и во Львове. И вечером в Ивано-Франковске. Дожди прогнозируются в регионе с ночи до конца дня. В северной части страны минимальная ночная температура воздуха опустится до плюс 6 градусов, а максимальная дневная достигнет 10 градусов тепла. Жители региона в течение целых суток смогут наблюдать густую облачность и осадки. Дождливо и на востоке Украины. Редкие прояснения порадуют не всех жителей региона. Местные термометры в течение суток покажут от 6 до 11 градусов выше нуля. Атмосферное давление в этот день составит 766 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха местами достигнет 98%, а максимальная скорость ветра 8 метров в секунду с порывами до 12. А сейчас подробнее о погоде в восточных областях. В Луганской области ночью термометры покажут 6-8 градусов тепла. На днем прогнозируется 10-11, также со знаком «плюс». Луганский, Алчевский, дождевые тучи займут небо на целый день. В Северодонецке дождь предвещается в предрассветные и вечерние часы. Утром над городом возможны небольшие прояснения. В Донецкой области ночные температурные показатели составят от 6 до 9 градусов выше нуля. А в полуденные часы они будут колебаться в пределах 10 и 12 градусов. Наряду с густой облачностью дожди предвещаются с ночи и до позднего вечера в Донецке и Мариуполе, а также в вечернее время в Славянске. В Днепропетровской области после полуночи ожидается 7-8 градусов тепла, а в дневное время 10-11. В Днепре и Кривом Роге пасмурная дождливая погода продержится в течение целых суток. В Павлограде до вечера будет преобладать переменная облачность. Вечером небо над городом затянут густые облака и пойдет дождь. И о прогнозах синоптиков для столицы Украины. При суточной температуре воздуха 8-11 градусов тепла день в Киеве начнется с густой облачности и дождя. После полудня на столичном небосводе покажутся небольшие просветы и дождь стихнет. После заката город погрузится в туман. Вот таким хмурым обещает быть пятница 3 ноября. Но все нипочем, если близкие, родные сердцу люди дарят нам свое тепло. До встречи в нашей студии.